Давайте. Вот так вот должен был начаться мой стрим сегодня рано утром. Ну, по моему времени утром. 20 часов назад 80 миллионов просмотров. К сожалению, скорее всего, этот трейлер не побьет рекорд BTS. Потому что осталось буквально 4 часа. И за 4 часа это видео должно набрать еще как минимум 30 миллионов. Ну, не знаю, насколько это реально. Не знаю. Ну, 678 тысяч комментариев. 678 тысяч. То есть, чтобы вы понимали. Почти каждую секунду кто-то оставляет комментарий. Каждую секунду. Охренеть. Охренеть. У меня кучка дебилов, как обычно, да, таких дебилоидов, идиотов, начали высирать в комментариях, что Хесус, ты ошибся. Ты это, типа я там сказал, что там всего лишь 14к дизлайков. Вы такие, нет, это 14к репостов. Это 14к репостов. А оказывается, это баг. Баг дизайна, и на самом деле это все-таки были дизлайки. Просто вот сейчас этот баг пропал, в итоге теперь все правильно. А где лайк от тебя? Ой. Да какая разница, сколько лайков? Нам просмотров надо добить. 30 миллионов. Bad luck, I guess. Ну, графика, конечно, мыльная немножко. Говорят, что все-таки это реально графика, то, что здесь показано, потому что часто Rockstar делают трейлеры на движке самой игры. Вот, поэтому... Ну, перед нами Майами, да? И нихуя себе, посмотри, сколько там зданий всяких разных. То есть это прям реально такой массивный город. Но это, если я не ошибаюсь, даунтаун. Yes. Балу... Вот это, конечно, пиздец. В принципе, туда же можно взять и посчитать, сколько... Я на Твиче стримлю, если бы на Кик стримил, сейчас бы посчитал. Ну ладно, 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 давайте просто. Хорошо, давайте. Так, стоп. Раз, два, три. У меня там за камерой лежит. Три. Четыре. Пять. Шесть. А вот седьмой. Семь. А нет, вон восемь, восемь. А нет, девять, девять, вон еще девятый. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ну, нормально, нормально, идем дальше. Вот это что такое? Во-первых, эти летают павлины, гуси, как они там? Эти самые скалопендры, кто они там эти? Утконосы, фламинго, короче. Вот, то есть получается, они реально в таком количестве будут где-то на болотах бегать, да? То есть можно будет приехать, взять в руки автомат. Ладно. Потом, вот этой хуйней можно будет управлять? Что оно здесь плавает? Вот это здоровое, вот это грузовое судно. Это понятное дело, тут как бы даже вопросов задавать. А говорят, машины здесь реально использованы или хуй знает? Вот этот район, кстати, я здесь был, кстати. Ну вот этот мост, конечно, пиздец. И вон еще, видите, он продолжает идти туда. Я это место знаю, я там сам как бы не был, вот. Но это очень длинный такой прям пиздец, какой длинный мост. И нет, это не крымский, нет. Вот, есть в Майами такое место. Вот, туда можно уехать. Далеко-далеко, короче говоря. Два часа туда ехать, по-моему. Ну, сколько здесь, тут вряд ли, конечно, два часа дорога будет занимать.
Вот там получается. И ну вот. И они это сюда добавили, я вах, конечно. И вот опять эта херня плывет, смотрите. Вот оно плывет. Мне вот этот кадр, конечно, всех поразил просто. Ля. Опять жопой трясет. Причем я, кстати, не выебусь. Я был в Майами, и там вот такие женщины реально почему-то вот любят этой хуйней заниматься. Я буквально видел, я еще помню, в Инстаграм в сторис записывал. И это еще далеко не все, что я записывал в итоге. Ты там гуляешь где-нибудь по Майами-Бич, и там постоянно проезжают машины, вот, и женщины, вот такие женщины трясут жопой. То из окна, то на крыше. Постоянно. Нахуй мне это делать, я не понимаю. Короче, бандиты вся хуйня. Гэнг, кстати. Как обычно. Но на самом деле реально полная хуйня. Все такое типичное, стандартное, что уже как бы заебало, реально. Лучше бы они за основу взяли сериал «Слово пацана». Там 50% населения говорят на испанском. Так и должно быть. Множество жителей Мями, переселенцы из Кубы и латиноамериканских стран. Также много больших жоп. Спасибо, да. Я говорю, лучше бы они за основу взяли «Слово пацана» сериал. И на основе этого сюжета в сериале сделали бы GTA. Вот это было бы реально прям что-то новое. Прям вот... Охуенно. Вы пятую серию смотрели? Я вчера пятую серию посмотрел. Там пиздец вообще. Да ладно, ладно, ладно. Я шучу. Я шучу. Мне все нравится. Trust. Trust. Дед, разыграешь чату 20 дисков через 2 года, ок. Все так, и Мел строй подкинул кэш, можно и поделиться. Каких нахрен дисков? Что ты, дурак? Лёха, если ты не заметил, то в грязи дети были. Чего? Где? Какой грязи? Так, все, тихо. Бля, мы с вами дожили до момента, когда мы увидели с вами GTA 6. Ну, трейлер. Охуеть. Мы смогли это сделать. Осталось до 25 года дотерпеть и все-таки попробовать это своими руками, пощупать, поиграть реально. Испробовать это на деле, как это будет выглядеть по итогу. Реально. Когда GTA 7? Ну, слушай, если GTA выходит раз в 10 лет, потому что предыдущая часть вышла... Трейлер вышел, соответственно, 12 лет назад. А GTA сама, GTA 5, чуть позже, получается, 11 лет прошло или сколько? А, все-таки 10. Ну. Я думаю, где-то в 37-м году. 2037-й, пиздец. Пиздец. И по идее, если так смотреть, как они делают, да? В 2037 году выйдет GTA 7, и GTA 7 будет, соответственно, ну, по сюжету в городе Нью-Йорк. Потому что GTA 4 было в Нью-Йорке, GTA 5 Лос-Анджелес был взят за основу, да? GTA 6 Майами, соответственно, GTA 7 опять Нью-Йорк. По идее. Ну, Liberty City. Чикаго? Ну, кстати, может быть, для разнообразия Чикаго какой-нибудь сделают. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот, поэтому, да. Ну, вам-то как? Я скажу так, давайте честно, откровенно. Я не буду сейчас говорить, что ебать, охуеть, просто пиздец. Я
не то чтобы поражен, но я и не огорчен. То есть это просто норм и все. Просто ок. Ну, нормально. То есть я не удивился сильно. Как бы я ожидал, конечно, может меня там прям что-то сильно удивит, но я не удивился, когда посмотрел трейлер. Я просто обрадовался, убедился в том, что в принципе ок, ну и ладно, как бы, хорошо, живем дальше. Ты разбор посмотри, от кого?